Это не важно. Это диск и есть, да. То есть туда вставляешь диск, и вот нет, этот нет, экран? Нет, он закрыт, встроен этот диск. Вот, это вот коробка. Вот в этом тоже сейчас такой же стоит, только он закрыт. Вот. Ну, то есть трогать не надо, достаточно, что я покажу. А сейчас он вот видит. Он сейчас взорвется? Ой. Все. Нет, это все опасно. Очень сильно. А 10-тысячные, наверное, винты вообще. Я боюсь, ты чихнешь в него, это уже будет. Ну все, там не видно, что ли?